который содержится в документе С-2016-847 и который был представлен Российской Федерации. Прошу голосующих за проект резолюции, содержащийся в документе С-2016-847, поднять руку. Благодарю вас. Кто против? Благодарю вас. Кто воздержался? Благодарю вас. Какой результат? Два воздержалось. Пять за. Так. Результаты голосования. Правильно они говорят? Четыре за. Четыре за. Результаты голосования следующие. 4 голоса за, 9 голосов против, 2 члена совета воздержались. Таким образом, проект резолюции не принимается, поскольку за него не было подано требуемого числа голосов. Сейчас я предоставляю слово тем членам совета, которые желают выступить с заявлением после голосования. И я предоставляю слово представителю Египта.